Мистер Паркер? Это Рио Моралес. Я хочу сказать спасибо, что предложили Майлзу работу в приюте Пир. Рад помочь. И, пожалуйста, зовите меня Питер. Мистер Паркер — это кто-то не я. Должна предупредить, что он сомневался. Я поставила его перед выбором. Работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Это очень важно для нас обоих. О, ребятки, всем привет, всем привет. С вами Люкоги. Продолжаем прохождение игры Spider-Man Marvels. И вот мы с вами находимся в Нью-Йорке. И вот он. Внимание, авария. Гражданские не могут покинуть машины. Следуйте в Датчтаун. Только что там были же. Вот, мы с вами проходили. Там внизу ДТП. Похоже, серьезное. Люди могли пострадать. Эх! Боже, помогите мне! Я в ловушке! Я сейчас! И все-таки, знаете, я вот так мечтал, да, вот об этом костюме, все хотел и так далее и тому подобное, но... Как оказалось, вот этот вот костюм выглядит шикарно. Я не знаю почему. Модификации? А, ну да. Биосеть. Оу. Прикольно. Ага, ну это не особо тоже. Ну здесь мы уже знаем, да. Пробуйте шелестнуть. Бандиты ограбили магазин и мчались на машине. Там такой бардак. Надо найти тех, кто устроил это. Вряд ли они далеко уехали. И куда они уехали? Я думал, все кончено. Ага. Они уходят. Нужно догнать. Тогда вперед. Да? Еще фонари. Мне кажется, или вы пытаетесь скрыться с места аварии? Да, сволочь, он пошлёт. Вам не кажется, что он слишком сильный стал, а? Просто пару тонн нафиг держать у себя на руках, ну это же охренеть какое количество. Питер, я готов начать. О, новый... это хорошо. Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду как только смогу. В смысле, вот скажите, пожалуйста, когда он нас куда-то звал? Он просто рассказывал, что у него есть куча идей, но он нас никуда не звал, ни разу. Так, ну научный жетон давайте пока трогать не будем, да, я бы вот какие-то вот такие вот, да, вот такие вот квестики бы повыполнял, было прикольно бы. Ну вот охота на снайперов, три косаря. Как раз. Всем постам сообщение о совершающейся наркоделке. Проследуйте в Бауэри. Серьезно? После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это исправить. Упс! А, парни! Налоги можно и по-другому не платить. Попробуй сделать такое со мной. Окей. А-а-а! Все же, вот этот вот костюм, вот этот вот, намного шикарнее. Наркотики, пожалуй, худшие из всех преступлений. В первой пятерке. Или в первой с конца, я... Ой, вот этот все-таки костюм, не знаю, почему-то мне так он нравится намного сильнее, намного больше, лучше. Прям реально чувствуется мощь этого костюма.
Посмотрим, там, я знаю, там есть еще пара интересных костюмов. Я их тоже хочу, чтобы они, ну... Гусли тоже были, поэтому вот попробуем. Что случилось? Снайпера. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. Я успел, да? Нормально? Ага. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. Ну, поэтому нужно снять снайпера, логично же. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. Все верно. Ух! Выключаем. Следующий. Никто не любит кемперов. Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли еще несколько имен. Похоже, все произойдет через считанные... Ты скажи, где? Ясненько. Скиньте мне все. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Все, кто был задействован в компании Нормана, потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дело. Да. Это здесь. Ну и где убийца? Он. А вы так ничего и не поняли. Да, лох! Лох! Один, есть еще двое. А, вот почему меня готовили к этому, как сказать, на время-то. Вот вам яркий пример. Видите, 2 минуты. И опыта по 3000 уже дают. При этом требуют для повышения опыта тоже не так много. Так что очень хорошо. Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Вот он. А чё смотреть-то? Цель спасена. Остался последний. Если не успею, погибнут люди. Я бегу, 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 бегу. Ну, точнее, лечу. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой. Во-во, блин. Снайпер должен быть где-то здесь. Вовремя. Да? Все три снайпера обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют. Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграйте время, а я лишу их козырей. Свидетелей они не оставят. Если я не спасу заложников, их убьют. Бежали. Полетели. Все же логично. Если меня увидят, они сразу же... Да, я понимаю, честно, мы уже это делали. Наши требования простые. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Если меня засекут, заложникам конец. Надо убрать их, не поднимая шума. Сладких снов. На флагшток можем? Отлично. Ну иди сюда. Мы тебя сейчас флагштоку присобачим. Хлопысь, хорошо. Безопасно. Сдох, безопасно. Сдох, ну, точнее, не сдох, а этот. Этот. Я
А чё это утонул этот? Не храпи. Шикарно, нормуль. Еще раз спасибо. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы спасибо. Не спасибо. Мы с вами хорошая команда. Эй, эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня? Нет. Кстати, здесь задание, да? Бой? Ух ты, давайте мы его здесь, кажется, бой есть. Пойдемте. Сразимся, да, как говорится? Ага, вот тут. Четыре канала. Кстати, точно, я совсем забыл. Господи, гаджеты. О, у меня есть улучшение гаджетов. На дрона наносит больше урон, а здесь... О! Увеличение радиуса. Хорошо. Так, вот она у нас. Возможно добить двух противников подряд. Отлично. То, что мне нужно, только давайте мы теперь костюм... Модификация, нет, модификация, вот, функция костюма. Ага, вот. Самый раз. Опа. Разобраться с мужиками-то вообще как нехер делать. Отпинаем всех. Вообще фонарили, да? О, хорош! Следующий, да. Ага. А где это там? Нарел, что ли? Знаешь, что меня бесит? Бесит. Они так раскиданы, короче, что прям их приходится искать. Вот что такое? То есть... То есть они застряли. Идеал был близко. Давайте еще. Ну ладно, 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 фиксим. Ладно, 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 похуй. Пойдемте. Есть еще доп миссии? Серьезно? У меня закончились доп миссии, серьезно? А, нет, вот же говорю, есть. Однокурсники. Что мне надо? Сколько опыта? Побочные связи. Ну, давай сначала побочные связи, потом однокурсники. 500 опыта, потому что всего лишь. Обернись. Скорее всего, этот... Ну! Вот так как раз наденет на себя первый раз клешни и сбежит. Вот стопудово. Кстати, мы скоро должны начать сражаться с носорогом. Я так понял, значит, что... Я думал, зловещая шестерка появится чуть раньше. Но, оказывается, нет. То есть вот эти вот все шестерки, которые хочет на меня... Меня хочет убить, они будут вот в конце. Ладно. Хрен с вами. Отпинаю вас в конце. Мне без разницы, когда вас убивать... Ну, конечно, я знаю, ну, одну из опаснейших сцен, которые здесь показали, да, когда полностью прям вот, ну, реально, настолько сильна была зловещая шестерка. Друзьям, есть тонкая грань между сторонниками теории заговора и экспертами-аналитиками. Я перешел эту грань.
Я уверен, что все эти атаки демонов на Скорб и Нормана Осборна связаны между собой. Мотивы? Сумасшедшим не нужны мотивы. Но я подозреваю, что они не случайно напали и на столб нашего делового сообщества, и на главу городского правительства. Сама суть нашего образа жизни под угрозой, как я и предупреждал. И если вы слушали меня, то вы подготовились. А если нет, я за вас помолюсь. Я думал, что ты слышал. Голубь! Где голубь? Он удирает. Честно, случайным образом получилось. Ну ладно, окей. Самое главное, смог. А то что-то я этот... В смысле, голубь? Какой голубь? Оказывается, вот он, голубь. Так, все, ребятки, пару секунд, я сейчас верну. Случайным образом окончил запись, я не поставил на паузу. Да чтоб вас оно... Бесит. Случайно поставил на паузу, фу, выключил так, что придется склеивать. Не люблю склейку, но пускай. Ё, блядь. Короче, надо что-то посмотреть. Запись. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер, неважно. Так, пару секунд, сейчас вернусь. Все, ребятки, вернулся. Блин, у меня же две программки для записи, и получилось так, что обе, короче, программки записывали. Страшное дело. Так, пойдемте спектрограмму посмотрим. Может быть, что-нибудь выполним. О, отлично, 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 это очень хорошо. Йоу! Ну-ка посмотрим. Так. Не, подожди, нет, сюда. Так. И ты вообще-то. Ты. Здесь надо вот так вот идти. Хотя не поможет, ну... А, нет, поможет. Нет, не поможет, оказывается. Да вот так. Это сюда. А, ну да, кстати, что-то я это, тупанул. Ты же вот так просто можешь сделать. Хоп. Всё, на... Надо проволока из фосфита галлия. Займемся наукой.
Нет, тут только вот это вот подойдет. Здесь нужно закрывать эти. Получается, здесь нужно вот это вот убирать. А видишь, где-то не подходит. Может, тогда вот это сюда? Получается, где-то... Здесь уходит. Здесь уходит первый этот. Блин, что-то как-то тяжеловато. Может, просто я пока еще понять не могу до конца, да, как? А если так, нужно закрыть вот эти две спектрограммы. Может, этот поставить, и будет видеть две толстых. Ну, я убираю эту. Тупой! Тупой ты! Тупой! И еще тупее. Глицера 3 фосфахалин. Ок, все. Пройдено! Отлично. И пойдемте последний. Ну, это вот последний там, где он стоит, кстати. Нужно разработать две части прибора. Первый будет уникальный протез. Модульная система микрокабелей. Она должна уметь собираться в любую форму по желанию пользователя. А второй станет... И это, Питер, и правда гениальная идея. Нейронный интерфейс. А ну да. Подключенный напрямую к подкорковым узлам. Представляешь? Сигнал из мозга будет менять реальность. Это уже не просто протезирование, Питер. Это позволит нам выйти за границы возможностей. Скоро мы все сможем воплощать любые наши мечты. Как это делает твой друг паук? Это круто, согласен. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Угадайте, на ком будут эти очки. О, его будущий костюм, да? Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Электро. Деревятник, фиск, рину. Буду скучать по его роже. Стервятник на этой стене, пожалуй, самый умный парень. Не настолько, чтобы избежать трех пожизненных сроков, но все-таки умный. Гангстер превратился в ходячий танк. Настрок разрушил уже столько всего, что хватило бы на три Манхэттена. 93. А фиск? 43. Это не показывается этот. Дата. В прошлый раз, когда я дрался со Скорпионом, он спросил, видел ли я свой череп изнутри. И предложил показать. Такой шутник. Это ж, это Электро. Электро был первым реальным суперзлодеем, с которым я дрался. До него мне попадались обычные ряженые. А Электро был совсем другим. Совсем другим. Да, мы уже поняли. Кстати, там написано, Осборн лучше, чем Яблоко. Проверишь нейросенсор? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Ага.
Ой, запутали меня тут совсем. Отлично. Ладно. Так, еще меньше надо. Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Ого. Чего здесь за хлам такой? Прям ужас какой. Я мозг. Закончил. Надо меньше 3 миллисекунд. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку. Да ну. Вот так просто направить, да? Просто здесь мы поставим двоечку и все. О! Все, 2,9. А, ну 2,8. Отлично! 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 Загрузка чертежа в шлем. Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Но надо же, вот прям сюда. Он же сюда хотел его. Если, ну да, я готов. О, хорош. Ну, мы же можем управлять своими руками. То, что он тут делает, это просто шикарно. А фонарите. Если бы это было в реальности, представляете, а? Ну-ка. Че, жонглирование? Ну, давай. Хорошо. Эй. Или вот ты так и задумывал? Почти что невероятно. Согласен. Что не так? Эй, чё? Вам нужна помощь? Да. И чего? Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством. Все понятно, он не может. Вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы.
Это точно. Разум продолжает работать. А вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Я никому не скажу. Остается. Конечно. А, если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. Блин, ну вот... Это же шикарно. Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Так, окей. Так, вот. А что, нет? Эх, я хотел добить. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док. Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия. И все равно велика опасность травм. Галлий. Гениально. Ради этого я готов нанести. Мы справимся. Хорошо. Питер начинает подозревать. Не показывает виды, но я знаю. Ну-ну-ну-ну-ну. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж, я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Надеюсь, оно у нас будет. Прикольно, рука Кришне, да? Хотя в нашем случае рука щупальц. Чего? Чего? Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А-а-а. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Ё-моё. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. Год остался. Вообще ужасно. Ужасно. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов. Ну, ладно. Я думал, будет что-то поменьше, но тут прям такой хороший сюжетик прям. Ну, который показывает, раскрывает вообще все, что происходит здесь. Что не все так просто. И не все так легко. И скоро мы встретим доктора Осьминога. Так, кстати, давайте этот в днем посмотрим на этот костюм. Костюм в дневное время, да? Пошли все в жопу. Привет. Тетя Мэй. Не, я же почти добрался. Есть новости от Майлза? Нет, но его мама сказала, он придет, так что... Хорошо, я скоро буду. Пока. Кстати, странно, что Майлз вот в этой вселенной так хорошо, так быстро доверится Питеру, что я прям буду, ну, буду очень удивлен. Типа, в конце, когда Майлз же получит свои силы, он бац их покажет Питеру. Типа, ё-моё. Наша слушательница расскажет о проблеме, которую я предвидел. Вы в эфире. Выхожу я, значит, вчера из душа, выглядываю в окно, и что же я вижу? Человек-паук пролетает мимо, как будто... Ну, дверь, окна закрывай, дура тупая. Я же не смотрю, как ты там купаешься. А вдруг ты старая некрасивая? Ты чё тут забыл? Эй, вы чё?
Я что-то не понял, вы что, охренели, что ли? Упырина! Молодец, Майлз. Давай, давай, Майлз, хорошо. Давай, давай. Твоя последняя ошибка, говнюк. Да ну. И давно нужна целая армия, чтобы ограбить подростка. А? Майлз, ты живой? Ты... Больно? Человек-паук. Замечательный Человек-паук. Великолепный Человек-паук. Ничего да, себе. Прилагательный, который любит Джеймсон. Слушай, ты молодец. Но пусть в другой раз драться будут профи. Окей? А, ну да, а что если их не будет рядом? Ну, нельзя же просто бросаться на парня вдвое крупнее. То есть, пойми правильно, я вечно дерусь с парнями сильнее меня, но в этом случае... А, как в тот раз с носорогом на Бруклинском мосту. Это было здорово. Отличный пример. Если твой противник больше, ты будь быстрее. Ясно? Ясно, но тебе легко говорить. Прости, я не умею, как ты. Ладно, давай. Серьезно? Ага, ну же. Для начала, не дай адреналину тобой завладеть. Дыши медленно, глубоко, пипец, а? Разверни бедра. Это так... Блин, знаете, после всего этого мне хочется в Майлза Моралеса поиграть. Когда он наклонится, ищи, куда ударить. Бум. Вот так? Да, да, вот так. Ага. В этот раз бей как следует. Прямо в честь. Я справлюсь. Прости. На такое чуйка не действует. Так же, все получится. Ладно, урок закончен. Мне пора. Эй, класс. Спасибо. Обращайся. Я втащил. Человеку-пауку. Да, красавчик. Я втащил Человеку-пауку. О, за Майлза играем. За него... Приеду несколько шагов. Да, да, пошли. За него только за милую... Эй, Майлз, как оно? Чувак, не поверишь. Только что встретил Человека-паука. Что? С ума сойти. Показал наше приложение для взлома? Блин, чёрт, забыл. Совсем забыл. Отстой. Он бы точно купил его у тебя. И мы бы прославились. Да, покажу в следующий раз. Надо идти. Обещал маме не опаздывать. А, давай, пока. Дели Бьюкл. Серьезно? Здесь какие-то есть выпуски Дели Бьюкл? Серьезно? Да ну нафиг надо. За Майлза Моралес только так. Я буду даже очень рад поиграть. Фермерский рынок. Тут можно срезать. Пошли. Черт. Что случилось? Все в порядке. О-о-о, страшное дело. А что случилось-то? Почему переход? Здравствуйте. Вы что, издеваетесь? Тут вечности не хватит. Если бы не тот дрон, прыгнул бы через забор. Нужно изолировать сигнал дрона. Да это проще простого. Системы Соболи удивительно не защищены. Пошлю-ка я им анонимное сообщение. Скажи, что вы тупые. Предложение для взлома. Действуй. Ладно. Мне пора. Да ты чё?
Посмотрим. Я могу пролезть под воротами слева или забраться на леса справа. Давай второе. Мне больше нравится второе. Леса как-то более мне надежнее нравятся. Еще дроны? Нужно вырубить их. Еще без Б, давай. В этих штуках есть оружие? Ужас какой-то, а? Нужна осторожность. Хорошо. Ну, как раз пир впереди. Сладких снов. Было бы так круто, если бы не было так страшно. Ладно, ты все в путь, все путем, чего уж ты прям-то, я не знаю, там это. Давай. Меня тут нет. Я невидимка. Вообще. Все. Да, мы красавцы. О, привет, мам. Привет, милый. Ты успешно добрался до... Да, я уже рядом. О, да, почти на месте. Майлз, тебе не обязательно работать в этом приюте. Ты же послала меня. Нет, я предложила выбор. Ага, и это лучше психотерапии. То есть врач мне помог. Сказал, у каждого свой способ справляться с переживаниями. Мой таков. Хорошо, прости. Мам. Да? Я не хочу об этом говорить, но я все равно тебя люблю. Родной мой, я так тебя люблю. Мы совсем справимся. Да, выбора-то я нету. Позвоню, как пойду домой. Да, да. Пойдем. Вот за Майлза я бы поиграл. Вот вообще, Мэри Джейн пошла в жопу, а он красавчик. Что-то прям реально вот после того, как пройти паука, хочется его пройти. Тоже неплохо. Пожалуйста, продолжайте дышать. Я скоро, мистер Ходжес. Пит, прости, что опоздал. Да ладно. Нет, я рад, что ты тут. Ладно, так, а чем могу помочь? Думаю, для начала тебе надо просто тут осмотреться, познакомиться с людьми. И знаешь, все тут любят кофе. Кофе, ну да. Я скоро вернусь, посмотрю, как ты, хорошо? Да. А, не бойся мистера Ходжеса. Он не кусается. Обычно. Он над ним издевается, это факт. Ну, пойдем, предложим кофе кого-нибудь, да? Чего бы и нет. Кофе? Можно. Помочь? Только если знаешь, что такое кварк. Субатомная частица. Такой кирпичик, из него состоят протоны, нейтроны, адроны. Красавец. Субатомный. Подходит. Ты молодец. Просто мусор. Что? Дерьмо! Пойдем, починим его. Чертов хлам! А можно я посмотрю? А? О, у нас стоят элты в школе, я знаю, что делать, если они... Эл, что? Мне надо просто треснуть! Последуй! Да хватит! Сработай! Эрни! Или? Это просто кабель отошел. Ну да, ну да. Будь так добр, а, мистер Всезнайка. Ну, вперед! Пойдем посмотрим, что там. Продолжают поступать соболезнования в связи с гибелью Джефферсона Дэвиса, героя, погибшего во время взрыва у ратуши. Сообщается, что он пожертвовал собой, чтобы спасти других людей. Эй, новичок, у меня пусто. Герой. Что геройского в том, чтобы взорваться? Эй, Эрни, смотрю, ты знаком с Майлзом. Он теперь будет нам тут помогать. Может, слышал про его отца, Джефферсона Дэвиса? Удивительно, что, несмотря на то, через что он сейчас проходит, он нашел время нам помочь. Не правда ли? Эй, парень. Жаль твоего. Чё так тихо-то? Идём, Майлз. Посмотрим, не нужна ли тебе помощь на кухне.
Эй, Мэй, мне пора бежать, но я привел тебе помощника. О, Майлз, рада встрече. Ну, бери фартук, мой руки, и я все покажу. Эй, Питер! Спасибо тебе за все. Ага. Почти полдень. Соболь должен уже вывозить доктора Майклза. Отправлюсь в Бауэри и найду его. О, кстати, почему бы нет? Пойдем. Пойдем, пойдем. Может быть, да, это успеем как раз. То есть последнюю. Ну, в этой части миссию выполним. Все, будет красота, хорошо. Какого хрена? Как же неудобно ходить обычным людям, а? Питер зам... Не страшно. Возможно, я смогу заставить их работать быстрее. Если все так было просто. Знаете, компьютер-то может быть застаревший, устаревший, но, блин, проблема именно в чем? Именно в самих комплектующих. Нельзя просто так заставить их работать быстрее, если у них ресурс исчерпан. Если их ресурс исчерпан, бессмысленно. А если и получится, то тогда либо это либо хакерский элемент, либо что-то другое. Так что вряд ли все так просто получится. Такс, где у нас там? Задание-то пошли, ага. Эй, Юрий, я двинусь в Бауэри. Хочу убедиться, что Майклс добрался до нового убежища в целости. Не советую. Соболь ясно дала понять, что тебе там не да рады. Похуй! И что, она пристрелит меня? Честно, 50 на 50. А, ладно. Буду поблизости, но не слишком близко. На всякий случай. Вообще охренел, да? Дура тупая. Отпинать ее надо. Отпинать! Вот оно, да. Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Угадай. Просто фонарить. Здравствуйте, доктор. Бесполезный Соболь, вообще мусор. Мусор. Отвали. Все под контролем. Да ну нахуй. Конечно. Придурки. Поехали. Где эта хрень? Юрий, я преследую Мартина Ли. Кажется, у него и Майклс, и дыхание дьявола. Принято. Направляем к тебе другие группы. Он взял Майклса живым. Уже хорошо. Может, хочет заставить изготовить больше дыхания дьявола?
Надо остановить этот грузовик или танк, или что там. Хорош. Типа фотки можно делать, да? Тупая! Открыть огонь! Ого! Куда-то все вдруг стали пускать ракеты! Человек-паук, уходи отсюда! Ты не знаешь соединения! Ага, то, что вы до этого... Простите, но операция ракеты на Манхэттене меня не устраивает! Вы сами до этого дошли и сейчас хотите нахрен пострелять ракетами в центре Манхэттена? Прежде чем идти залить, надо избавиться от ребят за машины. Выкинул его нахер. Что делать будем? Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Ну он-то! Извиняюсь! Уп! А нафига? А хотя... Давай что-нибудь делать. Отдай его! Да ядреная трена, прикалываешься что ли, а? Ха-ха-ха! Я еще... Больно? Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Чего? Что за черт? Негативы. Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. А он на свиданке был из-за этой дуры тупой. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. Ну, это, конечно, да. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. В чем-то он прав. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску. Стань одним из нас. Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне. Тебе так кажется. О.
души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить остров. У тебя много сил. А я могу дать тебе волю. Ты защищаешь Господа нас, пока он сидит в башне из слоновой кости? Не может быть. Покажи свою истинную силу. Не слишком у нас много тут, а? На колени. Я сорву с тебя маску. Ты открою твое истинное лицо. Не, маску не трогай, падла. Нормально. Ну, это психологически получается сражение. А в реале что там произошло? Ой, хорош! Я успел нажать. Значит, насколько длинная у него паутина-то, а? Как же все жестко. Все ломается. Че, с Мартином сейчас будем сражаться? Скорее всего, так, да? После этого поездила из шестерка. Скорее всего. Твою же ша. Вы целы? Ее забрали? Да. Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери. Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Убрала пушки. Стоп. Нам срочно нужно к мистеру... Паркер, ты, блядь, пиздец, дебил. Ты чё такое вообще? Его обычная бабёха пизды даёт. Это чё? Я чё, понять не могу. Второй раз она ему втащила. Я вообще, я просто офигеваю. Я понимаю, там кошка, да? Кто-то еще, ну ему обычная бабеха дает люля. Вопрос согласен. Ты вообще Лей, супергерой, нет? Мы узнали, где прячется Мартин Ли. Один парень из кофейни заснял видео. Похоже, после аварии Ли сел в черный седан. Черный седан, отлично. Это не все. На видео видна часть номера. Один из патрульных только что нашел черный седан с подходящим номером на стоянке возле канала Хадсон. Ты отличный коп, Юрий. Иду туда. Просто офигеваю, реально, блин, как так? А, вот он. О, господи, вот. Вот, костюм скорость. Микрогироскопы позволяют быстрее бежать, а передача импульсов в реальном времени помогает сбивать с ног противника. Этот костюм я тоже видел, мне тоже понравился такой, это шикарный. Человек-паук? Алло? Да. Работает? Да. Доктор Майклс, как это понимать? Одолжил одну из рабов Соболя. Слушай,
Дыхание дьявола наверняка применит в транспортных узлах. Аэропорт, автовокзал, крупные станции. Зараза распространится, как пожар. Какого дьявола Аскорб занимается биологическим оружием прямо в городе, а не в каком-нибудь бункере на Аляске? Дыхание дьявола — личный проект Нормана. Он одержим им не первый десяток лет. Проект нарушает все федеральные и местные законы, но ему плевать. Если город узнает, о перевыборах он может забыть. О перевыборах можно забыть. Его ждет Гаагский трибунал. Зачем вы мне это говорите? Разве вы не так же виновны, как Норман? Да, конечно. Но действия Ли послужили для нас сигналом. Мы слишком долго игнорировали риски проекта. Я верю тебе, Человек-паук. Один ты пытаешься действовать правильно, прошу. Защити город от наших ошибок. Интересная, конечно, философия. Просто на меня тупо скинули все задачи, но... Вот с точки зрения этот, как сказать, той бабёхи... Да, это ты виноват. Нападение на инкассаторскую машину. Происшествие в Хастентауне. Док звонил. Паркер, хочу поблагодарить тебя. Твоя работа на нейроинтерфейсе бесценна. Жаль, что не могу пока показать тебе, что это значит. Но я начинаю понимать, насколько могущественные и коварные силы противостоят истинным творцам. Обещаю, долго ждать не придется. Успех придет, чего бы это ни стоило. Могущественные и коварные силы? Не нравится мне это. Надо навестить Дока, как смогу. Ладно, ребятки, навестим мы Дока, как сможем. Ну а сейчас я вам скажу так, кстати, что там? А, скорость, да? Ну-ну-ну-ну-ну. Прикольно, конечно, но... Давайте с вами на этом мы с вами... На этом мы с вами сегодня закончим. Я вам скажу всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, следите комментарии. С вами был Лик Огнен. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока-пока.